яблоко, флажок, ёлка, флажок. Так, первый способ. Ёлка, флажок, яблоко. Второй способ. Флажок, яблоко, ёлка. Третий способ. Флажок, флажок. Нет, они должны все быть по одному разу только. Яблоко. Молодец. Четвертый способ придумал. Такое. Молодец. И последний. Какого еще ни разу не было? Такого. Такое есть. Такое есть. Такое есть. Па-па-па-па-па-па. Шесть способов. Молодец. Так. Что мне надо делать? Говори, называй цифры от 11 до 20. 1, 2, 3, 4. Нет, от 11 до 20. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Все, теперь в обратном порядке скажи. Отсюда иди туда. 20. Это что? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 15, 19, 20. 20, 19, 18, 17, 16. 15, 14, 30, 13, 13, 2, 12, 12, 11. Молодец! Скажи мне, какие соседи у цифры 15? Где 15? Покажи пальцем. Так, какие у нее соседи? Вот эти? Нет, вот у нее по бокам какие соседи, назови их. 4 и 6. 14. 14 и 16. Так. И 16. Какие соседи у цифры 19? 20 и 18. Молодец. Ну, умница. Я не знала, как называется. Угу. Так, ты правильно нарисовал? Здесь 100. Это каждый знает, что это у нас 100.